Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше снимать для вас видео, как говорится, и вопросы задавая еще по этой теме. Правда ли, что Донецк и Мариуполь, как говорится, не принадлежит России, да? Что мы здесь видим в данный момент? Мы здесь видим, что он и вправду ни Украине, ни России не принадлежит, ни Донецк, ни Мариуполь. Мы здесь видим какие-то мафиозные группировки, видите? Может быть, это бизнесмены, которые делят между собойчиком это все. Публики по новостям говорят, что это принадлежит России, но если туда, наверное, приехать, то оказывается, что нет. Все ракушки женские. Это признак, что по-настоящему кто-то перевозит свои семьи. Может быть, эмигранты там все одни живут, а русских вообще ноль. Вот, их выкинут. То есть народ русский, парни, гибнут за эмигрантов, похоже. Или за каких-то бизнесменов. Мы видим, что в этом месте просто тупо мафиозные, вправду, группировки делят бабло. Это будет продолжаться, каждый понимает, бесконечно. Потому что пятерка сошлась, это как раз выходит, что это не закончится. Да? То есть это не закончится. Каждый завоеванный город с Украины будет присваиваться бизнесменами себе, и к России он никакого отношения не будет иметь. Туда будут переселяться все иммигранты, дагестанцы и так далее. И вот они там будут жить, так сказать, со своими семьями, а не русские семьи. Понятно? Ну, примерно вот такая вышла гадание. Ну что ж, всем удачи, успехов, с вами был Александр Пчев, ставьте лайк, пишите, Костя, удачи.